давать его мужу хлеб. Муж, хлеб готов! Ага, приготовился хлеб. Так, в общем, хочу сказать, вот сейчас мы уже пользуемся этим чайником вовсю, и мне он очень нравится. Он удобный, уже, знаете, я привыкла полностью к нему. Ну, первое время, знаете, вот эта кнопка у нас сверху, какая кнопка открывала крышку, вот такая кнопка и, собственно, включала сам чайник. А тут надо внизу. Ну, я уже к этому как-то привыкла, вот. Чайник мне нравится, удобный, классный, пока все супер. Вот такое я ем очень-очень редко. Естественно, не целую пачку. То есть, если я покупаю что-то подобное себе, или там мне муж берет, то я съедаю по чуть-чуть, очень долго это все я ем. Вот. Поэтому так, я просто хотела поделиться этой информацией. Но, увидев на кассе вот эти чипсики из печи, лейс, нежный сыр с зеленью, 49-50 рублей, короче говоря, сейчас стоит, мне так захотелось взять, поесть. И Дима тоже ест это очень редко, но ему тоже в последнее время что-то подобного хотелось. Поэтому я говорю, возьми две, одну мне, одну Диме. Ну, они маленькие, вот, видно, да? И то, это я еще буду долго есть. Ребят, всем привет. В общем, мы сходили в Дикси, получили огромное удовольствие от шопинга, на самом деле. Здесь мне понравилось, тебе не понравилось? Ну, мне понравилось. Да, забавно было. Было забавно, было забавно. И, в общем, что мы там взяли? Давайте покажем, на какую сумму вышло в тысячу. Где этот чек? 1500. Чек давай сюда, он где-то там. Да, он где-то здесь. И как раз я скажу вам, 1585 рублей, да? Или, подожди, или там перерасчет как-то. Мне кажется, мы меньше, нет? Да, 1585 рублей. На все про все. Вот. Блин, наверное, было на 2 ставить. В общем, бумага папе. Сколько она там стоила? Эта бумага. 129 рублей. Вот, 129. Ну, она нравится, в общем. Она трехслойная и попочки довольны. 8 штук тут еще при том, при всем. Секундочку. Так, дальше. У меня тут сумка рядом. Не-не, пусть так стоит. Пусть так стоит. Так, значит, сосисочки мы взяли. Борщик, но не красный. В общем, натурально, борщик, да. Вкусно. Сосиски премиум с натуральными сливками. Без усилителя вкуса. Очень я люблю эти сосиски. Мясной дом, они вкусные. И хорошие, качественные. И стоили они 129 рублей. Что правильно. Правильно. Вот, окей. Ну, румины семки. Кстати, таких в упаковке мы взяли две. Там где-то еще вторая, но надо доставать. Семки. Ну, рассказывай по семкам. Это уже твоя. 43 рубля. Рома, 43 рубля? Это дорого или нет? Надо было мне отвести. Блин, отменить. А ну, да. Блин, они 27 стоят. И еще главное, взял бы хоть две упаковки, а то взял три по 43 рубля. Ну, какие-то семки. Это достаточно невыгодно. Ну, да. Ладно. Главное, чтобы муж был доволен. Так, пойдем дальше. Ты это все оставишь? Что оставлю? Ну, то, что мы ругались. А мы ругались? Ну, я на семечки ругался. Ну, конечно, оставлю. А что скрывать-то? Так, значит, кружевное тесто на молоке. Ух ты, как интересно. Сытый папа с фаршированной блины с сочным мясом. Готовый продукт вот такой вот. Вот так. Все это выглядит. Хороший здесь состав. Что характерно, 49 рублей, да? Что за да, мы не знаем. Неизвестно. Мы не за первый раз видим. Ну, что-то новенькое. Ага. И стоило 49 рублей. Так она и так-то недорого стоила. По 89 они стоили, полная цена. Ничего себе недорого. Я считаю, что это не дешево, 89 рублей за блины. Да, это стандартная цена, в общем-то, в основном. Это дорого. Вот, по 49 рублей, ну, красота. Ну, мы взяли так потом. Состав хороший. Мы одни блины. Мы взяли одни, да. А, нет, мы взяли не одни. Ты сказал, возьми парочку. Да, в итоге две упаковки. По 43. Ну да, ну да. И еще и с мясом, еще и с хорошим. Ну как вам? Я считаю, прекрасно просто. Так, ладно. Макароны. Барилла. И... Возьми, Ромочка, макарон каких-нибудь. Да. Я их не ем, я не знаю, что там с ними. Да, но при этом, когда я сказала, я возьму такую форму, Ром сказал, я такую не хочу. Блин, ты же не ешь. И сейчас там я ее брать не хочу. Я есть не буду в любом случае. Я в шоке, Ром. Так, ну и сколько там они стоили? Во сколько нам вышли? Ну, что-то затянулось. Нет, я тут смотрю, тут магнит очень интересно пробит. Ладно, потом скажешь. Мне уже самой интересно, что ты скажешь. Так. Ладно, значит, макароны 59 же были, по-моему. То-то что? Да, 59.
Леночка, тут... Я вас протру маленько. Да, что-то вы зашмыганные какие-то. В общем, 59, да, ну нормально, неплохо. Ну, скажем так, в этот раз Дикси был не прям идеальный, потому что да. зашли, ну и, скажем так, есть что взять. Например. Есть что, вот, да, вот это те слова. Потому что в пятерке, например, такого ничего нет. В этот отдел с мясом вообще зайти противно. Ой, там, не говори. Там уже ужасненько. Точно. Сытый папа, вареники с картофелем, значит, нежное тесто. Ну, опять же, видите, сытый папа, с молодой картошечкой. Как же это все аппетитно, ребят, звучит. 79. Ну, тут нет прозрачного никакого фрагмента. 70... Сколько? 79. Они офигели, там 49 было написано. Это поэтому и взяла две упаковки, потому что было 49 написано. Вот тут не прошло. Если на блинах прошло, тоже сытый минус папа. 60 рублей. То есть все-таки... А, 79, две, наверное, упаковки. Тогда еще дешевле, что ли? 79, одна упаковка, всего 159. Ну как так-то? Там было написано 49. Обман, да. обман. Вот, пожалуйста. Обман. Вот, смотрите, а ты берешь, обман вот. Дикси, а внюки. Ром, ну не надо так, это несерьезно. Это же, ну, бывает. Нет, извините. Ну да. А вот скажи, а проблема лучше... в том, что мы не пойдем, да, возвращать. Это в жопе мира. Это понятно. А еще вот уточни интересную, вот такой, интересный такой момент, что ценников, да, нет. Ценников нету. Половину и проверить продуктов их нигде нельзя. Нельзя. У них нету сканеров. И ценник, я, допустим, хочу айвы взять, а как я узнаю, сколько айва стоит? То есть надо кого-то искать, спрашивать. Я ходил, смотрел, там никого не было, я плюнул в итоге. Вот так. В общем, сосисочки. По 129. По 129. Да, это да. Бля, ну 60 рублей. Ну, ты представляешь, и главное, ну, я думаю, ну 49, ну отлично. Ну там же вот не обманули, а тут чему-то обманули. Как так это у них работает? Разве. Выборочный обман? Так, камера опять падает. Извините, она тут, знаете, как корова на льду. Сколько тут твои сливки получились? Да ты что, ну это сейчас будет скандал, значит. 2021, очень понравился магнит, кстати, он был там последний. Кстати, его по 39,99 действительно пробили? Я вот это хотела узнать. Магнит пробили по 19. Даже по 19, ничего себе. Ну это круто. Вот видишь, где-то есть, где-то мы выиграли. Ну, 20 рублей мы отыграли, а у нас пока минус 40. Ну, такой, ну да, да. Вот такой магнит интересный. Красивый, прикольный, повесим на холодильник. Смотрите, как магнит прошел. Давай. Смотрите. Магнит. Значит, денежная одна штука. ИНН. Тык-тык-тык-тык-тык. О, кедр. Прям какой именной магнитик. Самый особенный. Так, значит, дальше. Пенсионер Дикси Юг. Уехала. Да, паштет вот этот я тогда взял, Лену его с Димоном слупили, ну ура. Ну да, но он такой, не сказать, что он лучший. Но, так. Но он такой грубый, это прикольно. Я не люблю мягкие паштеты размазанные. Мягкий? В смысле? Давайте откроем сейчас. А, он точно. Он, вот что мне в нем, да, очень не понравилось. Именно, вот именно тебе деревенский не мне не понравилось. А наоборот, но вкус абсолютно такой же, как у обычного паштета. Я не люблю вот эту вот пасту. Так, можно я открою, покажу? Да, открой, конечно. Я сейчас покажу тогда нашим зрителям сейчас. 70 он стоит. А 79 стоил с мясом птицы. А там был 69 написано, нет? Да, нет, а, ну 70 как раз, 69. Там и было написано 69. В общем, смотрите, он такой, да, вот именно. Прям как кусками, что ли, немного. Да, да, вот это вообще топчик. Ну, вот, мне это понравилось. Ну, тогда завтра бутерброд обязательно завтрак сделаю, потому я что я уже его... Да? Ну, ты открыл. Хорошо. Уже. Потому что надо уже, да, есть... Ой, значит, надо было хлеба взять. Ну, сорян, мы сорян, чего уже. Фиговенько. Чего? Ну, белого как бы там полбатона есть, нормально, что у меня черный. Ну, так да ты... Ладно, знаете, ладно. Чё мы как это прям... Так, Кузя. Ну, это уже Рома взял, 34. Давай. 34. А чего решил взять? Ну просто, ну, я хоть что-нибудь себе такое. Хоть что-нибудь? Антидиабетическое. Ну блин, не помещается в кадр даже на вайде твоей. Ну вы все знаете Кузю. Да, знаю. Не буду поднимать камеру, а то она меня потом опять куда-нибудь поедет. Чмородяйчик. Ребят, я вас, короче, взяла в руки, кстати, вот покажу вам Кузю. Потому что по-другому, короче говоря, не получается. Так, ну что же тут у нас по сливкам, Роман? 99. А, я так и знала. Я так и знала, потому что знала. Когда ты сказал, что мы отбили, но осталось еще 40 рублей, я поняла, что значит сливки да, по той же цене. Какая с этим?
Ну, вообще-то по подсчетам, очевидно же. Иначе бы не 40 рублей оставалось. Ты что, считать надо? Сливки для кофе идеально. Шеф 11%. Пармалат. Кофеин коктейль с мятой. Ну, да? Не, это что? Это сливки. Смотри. А так. Почему они шеф? Это какие-то новые сливки или они просто поменяли ну, дизайн? Ну, да, наверное, новые. Ну, в смысле, или поменяли дизайн, я не знаю. Так, дальше, в общем, каратик мы взяли, десертный, с настоящим какао. Красный октябрь же, по-моему, делает. Шоколадный плавленый сыр. Или кто его делает? Да каратик кто его делает, господи. Да, каратик, это что, принципиально, классик. Что ли? Не знаю, не написано, кто делает. Ну да, 69. Дальше. Карбонат. Ой, я так была 140. Довольна. Очень, да, 140 рублей. Опять мы его не забыли. Выгодный. Мы, да, вы. Выгодный карбонат. Егорьевская фабрика, колбасно-гастрономическая. Вот. Копчено-вареный. Очень выгодно, я считаю. Классно. И карбонат. Завод плавленых сыров. Да. Ростовые. Также Роман взял вот такой лимонад первым делом. Первым делом это, кстати, у них, что ли, их марка, это да? Это одинаково, это все производители одинаково, что Билла, что это, там лимонад одинаковый по вкусу. За 19 нет, рублей. Я говорю, первым делом это марка Dixie, в Dixie, да, присутствует. Да, 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 да. Напиток сильно газированный, ну, в общем, такой лимонад. Себе я взяла, вот, кстати, шоколадка стоила тоже 49 рублей, а, даже 39. 39, там половина шоколадок. Вот так и есть. 39. Это правда? Да. Ну, отлично. Ну, я тоже думал, может взять что-нибудь такое, там, рассирку. Ну, там, в принципе, выбор не особо был большой, но вот такая вот Россия щедрая душа, кокос, вафли, молочный белый, я решила таки взять. И, наконец, последний, это вот такой абрикос, он тоже шел по скидке, тоже, кстати, первым делом. 39. Качество по доступной цене. Как? Ну, он так стоил 50. Ну, так, я посмотрела, вроде нормально. Курагушечка. Ну, это и есть курага. 59, в общем... Тяжеловато. 50 или... Ну и там Рома сейчас, да, хочет вам показать. Ром, давай только не на столе, я попросила Лена, где-то вот внизу. Рома, я, в общем, Красиво. Что тут у тебя? Как скромненько. Русские лохмотья. А что это, Роман? Это Ким 50, блин. Нет, это ты себе купил, что ли, да? Да. Если я себе купил, но открыть мне это нечего. Ну иди в комнату, открой тогда, потом покажешь. Да, предлагаю так. За место журналки я его поставлю. За 600 рублей я его сюда взять. Думаешь, зрители знают, о какой журналке идет речь? Да, конечно, автолегенды были у нас когда-то давно. Ром, убери со стола кожуру банана. Убери, пожалуйста. Да я ее пока здесь. Вот где она? Тут лежала, ты мне ничего не говорила. Вот только что сказал. Ром, они все пыльные вот здесь. Вот. Посмотрите, пыльные, все пыли, со... не надо. Какой они пыли, блин? Ром, ну ты давай. Так они двинула куда-нибудь. Вот, смотрите, пятихаточка. Вот он синенький. Черный говно, черный помойка. Вообще не фэншуйный. Культур как, так и прет. Какой стильненький, какой зайненький синенький. Такой прям. Надо было брать его. Потом еще оранжевый такой возьму и желтый. Ну, это с Австралии, это потом. Да, вот так. Че? Да, пока. Спасибо за внимание. Пока, да. Всем пока. До встречи. Ставьте лайки и подписывайтесь. Ну и, в общем, хочу сказать еще также, что на 1500 рублей достаточно выгодно мы взяли. Спасибо Dixie за такие чудесные скидки. Это действительно Dixie выручает. Здорово, что можно взять столько много за, не, ну, за нормальную цену. Потому что, вы знаете, сейчас цены, кстати говоря, очень поднялись в магазинах везде. Да. Даже в Dixie. Вот, то есть везде цены приличные, даже непонятно, вот так они скаканули, это ужас. Ребята, куда мы катимся? А еще нам выдали вот такую штучку, мандарин в Dixie. Мандарин в Dixie получается. Мандарят? Да. Ругать ее. И, в общем, короче, здесь надо было стереть. Да. Стереть, значит, и что нам выпало? Ну вот, скидка 5% Dixie. Вообще, надо читать, наверное, что здесь должно выпасть. Да, акции не распространяются. Ла-ла-ла. Да, ты это прочитал уже? Нет, я предполагаю. Применяем скидок по скретч-карте. Значит, период выдачи скретч-карт до 27 января. Вот такой, в принципе, с 17 по 27. То есть такой, в общем-то, короткий период. Всего 10 дней. Что характерно. А вот воспользоваться ей можно с 17-го, да, интересно, с 17-го по 31-е, вот так.
Подарок, скидка, до 15%. Все, вот так. На следующую покупку от 777 рублей. Однако интересно. Вот, ну, нам вот 5, к сожалению, выпало. Было круто, если бы 15, ну, как-то так. Ладно, все, всем пока. Еще сосед снизу. Пока. Громко разговаривает. Сосед, пошел. We all have wings, but no one wants to fly. I have waited for too long to get rid of this loneliness. But all this time I felt alone. I just became unfocused. I want to fly.